Так, не двигаются все. Никто не двигается. Сереж, не двигаешься. Оля, не двигаешься. Как говорю, не двигаться, значит, надо не двигаться. Они выпрямляются. Разговаривать можно? Разговаривать. Даже если вы все отражаетесь. Когда вы не двигаетесь, этого не заметно. Тянуто у вас растет. Эта маленькая металлическая коробочка может 180 раз спасти человеку жизнь. Ее вшивают больному... Эта маленькая металлическая коробочка может 180 раз спасти человеку жизнь. Ее вшивают больному, страдающему сердечной аритмией. Во время приступа, грозящего внезапной смертью... Эта маленькая металлическая коробочка может 180 раз спасти человеку жизнь. Ее вшивают пациенту, страдающему сердечной аритмией. Во время приступа, грозящего внезапной смертью, электрический разряд вновь заводит сердце, как бы реанимирует его изнутри. Аппарат рассчитан на 180 разрядов. Хорошо. Эта маленькая металлическая коробочка может 180 раз спасти человеку жизнь. Ее вшивают пациенту, страдающему сердцем. Эта маленькая металлическая коробочка может 180 раз спасти человеку жизнь. Ее вшивают больному, страдающему сердечной аритмией. Во время приступа, грозящего внезапной смертью, электрический разряд вновь заводит сердце, как бы реанимирует его изнутри. Как бы... Да-да-да, как бы лучше не надо.
Эта маленькая металлическая коробочка может 180 раз спасти человеку жизнь. 180. Эта маленькая металлическая коробочка может 180 раз спасти человеку жизнь. Ее вшивают больному, страдающему сердечной аритмией. Во время приступа... Эта маленькая металлическая коробочка может 180 раз спасти человеку жизнь. Ее вшивают больному, страдающему сердечной аритмией. Во время приступа, грозящего внезапной смертью, электрический разряд вновь заводит сердце, реанимирует его изнутри. Аппарат рассчитан на 180 разрядов. Хорошо. Так, стоп. Эта маленькая металлическая коробочка может 180 раз спасти человеку жизнь. Ее вшивают больному, страдающему сердечной аритмией. Во время приступа, грозящего внезапной смертью, электрический разряд вновь заводит сердце, реанимирует его изнутри. Аппарат рассчитан на 180 разрядов. Потом говорили это.